Всем привет! Очередная посылка из Китая. Вот такой вот переходник. А-ля переходник. Не знаю, я первый раз такой встретил. Он был очень удобный, но он был еще с прищепкой. Но сама вариация вот эта вот, по идее, должна быть нормальной. Тут 1/4 четверти, что-то там такое. Ну и, короче, классический переходник. Не знаю, попробую несколько вариантов, как он будет под универсальное крепление подходить. Резинка хорошая, плотная, но наклеена криво. Можно попробовать переклеить ее. Да, на самоклеющейся основе. Вот так будет поровнее. Шла в районе 10 дней. Ссылка будет в описании. Теперь, что касается его применения. Быстросъемный переходник. Ну, становится нормально. И в любой момент можно накрутить хоть этот держатель. Причем зафиксировать можно в любом положении, под любым углом, что не может не радовать. Также можно будет использовать для вот этого переходника, для телефона. Ну и, соответственно, раз конструкция позволяет, можно еще затасовать это все на рюкзак. Ну и плюс данного переходника в том, что можно выставить любой угол, который вам нужен будет для съемки. Компактно развернуть в любую сторону можно. По-моему, неплохой вариант. Жалко, конечно, что нет прищепки, но прищепку можно докупить отдельно. В общем, как-то так. Перекину его на палку все-таки. Хотя быстросъемники уже могут и не понадобиться. Можно поставить на любую другую палку без быстросъемника. И быстросъемником будет являться уже само это крепление. А также компактность сумки. При необходимости можно сюда наклеить дополнительные шайбы, которые шли для уплотнения. В общем, как-то так.